Как работаем с онлайн-мектеб? Итак, ваш администратор добавил вам расписание уроков. Некоторые, смотрим, темы имеются, другие темы, пишет, тема не определена. Либо, опять же, тема имеется. Тема эта может соответствовать вашему календарному тематическому планированию, либо, возможно, она немножечко съехала, и у вас немножко другая формулировка темы. Что вы можете сделать? Итак, если вы, допустим, переходите на урок, нажимаете «Перейти», то вы там не можете ничего поменять. Где нам что искать? Открываем слева пункт «Управление школой», и там есть раздел «КТП». В этом КТП добавлены все классы, как вы видите, которые у вас ведется, в которых вы ведете. Давайте посмотрим, как мы редактируем эти пункты. Открываем, допустим, класс 10. Вот у нас есть информатика. Открываем информатику, просмотр. Смотрим, тема у меня не задана. 1.09 тема не задана. 4.09 тема не задана. Что я должна сделать? Я должна нажать на карандашик, выбрать тип урока. У меня темы устраивают, такие же самые, как и в Блимленде. Я, допустим, выбираю уроки Блимленд. И из списка выбираю ту тему, которая соответствует моим календарно-тематическим планированиям. Принципы работы компьютерной сети, урок номер 1. Я выбрала, нажимаю на «Сохранить». Если вашей темы нет, либо на другой формулировке и не то изучается, что у вас, допустим, по вашему учебнику или как вы планируете изучать, вы можете выбрать «Мой урок» и добавить тогда свою тему. Ну, я выбираю, допустим, уроки Блимленд, тему указала, нажимаю на «Сохранить». Тема сохраняется. Как вы видите, вот у меня уже урок добавился, добавились какие-то задания и так далее. Давайте вернемся назад, посмотрим, какие изменения у нас произошли в онлайн-уроках. Так, это у нас была тема 1 сентября. Вот у нас принципы работы компьютерной сети, урок номер 1. Как вы видите, добавилась тема в информатике 11 класса, как прежде не определена. Затем мы уже переходим на этот урок. Перешли на урок. Здесь есть открыть чат. Немножечко он сдвинулся. Мониторинг после обновления. И видеоконференция. Если вы планируете видеоконференцию, вы нажимаете заранее. И здесь у нас такой пункт появляется. Создать синхронный урок. То есть необходимо ему задать время, когда будет этот урок проводиться. У меня, допустим, по расписанию 10 класс стоит 7 уроком. Я указываю свое время 13:50 и 14:30. Создать. Нажимаем на создать. Так. Ага. Немножечко у меня... Давайте чуть другое время выберу, потому что у меня это время как бы уже прошло. 18 пусть будет. 18:50 и 19:30. Создать. Вот у меня успешно, все прошло успешно. Ссылка на приглашение появилась. Вот эту вот ссылку на приглашение мы должны будем потом выслать учащимся. Для того, чтобы... Мы можем ее скопировать. Успешно скопировано. Мы эту ссылку высылаем учащимся для того, чтобы они смогли пройти на видеоконференцию и, соответственно, выполнить наше задание. Возвращаемся к онлайн-уроку. Как вы видите, информатика 10 класс, время я уже установила. Здесь вот появилось время. Итак, вам необходимо проделать такие пункты для того, чтобы у вас здесь появилось время и учащийся смог выполнять задание согласно этим
этому времени, и, соответственно, вы с ним могли бы связаться через видеоконференцию. Видеоконференция поддерживается как для компьютеров, так и для мобильных устройств. То есть в поисковой системе, допустим, в любом браузере, пусть будет Google Chrome, ученик вводит онлайн Миктеп, записывает туда свой логин и пароль, и эта система онлайн Миктеп у него открывается в телефоне, и точно так же там присутствуют такие моменты, как видеоконференция, есть чат и есть урок. То есть по телефону все это тоже проводится.